шаги и первое слово, первый смех и первая простуда. Все это вместе со своими детьми переживают мамы. Каждый день, каждую минуту жизни маленького человека они находятся рядом, помогают освоиться в этом мире. Она много чего умеет, у нее много суперспособностей. Суперженщина? Да. На сцену Дворца культуры «Современник» участники городских творческих коллективов вышли с особым чувством. В канун Дня матери они дарили свои выступления самым дорогим людям на свете и признавались им в любви. Всякие комплименты делать, подарки всякие, стихотворения, песни. В общем, поздравлять маму. Здоровья, счастья, улыбки, чтобы она нас никогда не ругала. Поздравления в День матери звучали не только из детских уст. Ведь даже для взрослых мама всегда остается самым важным и самым близким человеком. Мало кто в этот день может остаться равнодушным. Потому что мама – это тот человек, которому, независимо от возраста, мы идем всегда. Идем с нашими радостями, идем с нашими бедами, идем с нашими проблемами. То, что они делают, тратя всю себя на воспитание наших детей, это нельзя оценить никак, кроме внимания и заботы, которые наша задача – окружить их ежедневно. На торжественном вечере чествовали мам Заречного. Сотрудницам городских предприятий и организаций вручили благодарственные письма главы Заречного и другие награды. Две зареченки за успешное воспитание трех и более детей удостоены медали «Материнская доблесть». Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».